там по кризису. А что у тебя 25-ка стоит или 10-ка? Я что-то не посмотрел. Десятка. Десятка. Пошли быстренько там зачищать всю эту хуйню. Пойдем, пойдем, да. Все ответы тут. Я чувствую это. Ну, паузу пока в ретрике. Они тоже спятнулись. Я только холик делал. А, ну ладно. Ты запустил обычку? Угу. Блин, хоть бы этот меня на хила упал с первого босса. А ты чё, вдруг? Нет, я этот... Шам. Я на этом КД, ну на этой неделе уже... Лема сделал, блин, АДК, БДК. Кто у нас хилы? Колипал, Эршам и кто еще? И я еще. Два Эршама, что ли? Два Эршама, ну, да. Это если сейчас я выбью щиток. А если не выбью, то выбегаю вам. Ну, этот тайпер может зайти. Да хей без щита нормально. В смысле? Ты че? Ну, у тебя там есть 25 этих тревог? А, да, есть, там, что там можно есть. Какой-то щиток да, взять? Да. Да, там до ранее покупается. О, прикольно. Там 200 уровень шмота. Иди купи пока. Ну все, зайдем на ледяного, да, зайдем? Да, надо на Хадира зайти. Или если сейчас он с робота может упасть там. Можно еще на это, на Астрокрыл зайти, там тоже тринкер. На Элем. А вы что, все машины забрали, что ли? Нет, там еще вроде стоят. Я не вижу ни одной. Ну, я только мотоцикл. Ништяк. Можно тогда без поломок сделать, не чинитесь. Ну, можно же сначала в обычном шмоте, правильно, идти? Да. Привет, Нарексис. Как там рейды? Can you feel it? Привет. Да я с ними не хожу в рейды. Ну а что, они там убивают Реску? Чешо? Ну, одну-две убивают. Ну вот в последнее время начали по две убивать Рески. Ну они, наверное, там добирают, я не знаю. Я с ними редко хожу. Они просто рейдят понедельник, вторник, среда в основном. А я работаю в эти дни. Я только на выходных иногда играю, все. Нет. Кирюха, давай это самое. Я-то на эсфиза буду кидать этот щиток земли, а ты на войда. Угу. Чего где-то на стене потягивать, но у босса рядом. Не чинитесь. Может, ачивку сделаем. Так, кто там еще трофейный бой? О, мне еще вот это еще вкинут на чопере. Ну все, пойдемте, че. Где там трофейки-то?
все, пойдем. Этот самый водитель нужен. Стойте, еще не все. А кто у меня сейчас сяду, водитель? Я сяду. Мне водитель нужен. Пробейте. Халк, сядьте. Трофейку. Я сяду куда-нибудь. Дождите. Че, сядет? Блять, не могу кольцо найти в банке, ща. Читали там в Дискорде, там этого Ануду починили? Два раза водителя без водителя. Вот садись, вот зеленый. Я уже сел. Засядьте кто? Еще кто-то, разрушитель. Идите из чопера сюда кто-то. Валера, иди садись. Куда? Вот он сзади стоит разрушитель. Я сейчас ачивку сделаю. Давай в одного убили, пойдем. Да пошли давай, начинаем. Что там интерфейс-то говорил? Тебе 10 стаков надо, стак двойка. Идемте дальше. А, давайте строку еще тоже зацепим. Да пожарим 25 дворков, я надеюсь. Чего? Ну, по 10 ИП за дворка. Будем делать? Нет. Так, ну я тут Венха. Ну как, всем проснемся. Так, давай по тотемам я тогда на МП5 ставлю. Ты чё, Хризи, ждать тебя? Отключается там, чё? Я запустил, но... Почему запустили? Ладно, чё. Кричите на А, кто-то из варов. Давайте Хризи тогда на ХП будет, а Ринслер на А. Чё, тебя через рапчу бил? Ты лапу дай, рапча ты. Сейчас могу. Чё, один друид? Ну да. Рагу.
Че там? Зерган. Да, да, Зерган, конечно. Рон убивает Фриз, а то он ваншотник потом кого-то. Надо хм разрушить, да? Там наруч. Ну, хм сделаем. Да, там, кстати, на меня бисовые наручи. Хм, это плюс одна шмотка или это вместо обычной шмотки? Нет, плюс одна. Плюс одна. Ну да ладно. Чё там? Вот этот щитец у меня полголы тогда унесла. Сказала, я буду холика одевать. Блять, когда они холиками протопалами станут, я не знаю. Это я, наверное, 20 персов еще вкачаю. Ну они, наверное, просто качают персов, чтобы они вот там пылились в шкафу, просто бисовые и все. Да? Просто чтобы собрать комплект бисовых вот персонажей. Видишь, как надо играть. Ничего поменял. Шустым. А, у нас двух нету. Стой, 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 там нету двух человек. Чё ты чаржился, блядь? Мы запаримся гер бить восьмером. Выдвинется по лаборатору заводит. Ну а где они? Да, сейчас спекнусь. Он написал АФК. Вообще зачем? Подожди, здесь одного хила нам. Алану бежит тоже. Давайте, бей. Нужно подойти поближе. Вы ж хэм хотели. Ну да. ДПС хватит. Юран, как хилиси. Добивать сердце? Да. Можешь дать рост для Хризи, его не было там. Убейте. Искру убейте, пулей дублет. КД. Yeah.
Изи щит. Изи, изи, нахуй. Просто изи. Ну же не бисовый. А бисовый откуда? Ну, как сказать, не бисовый. Вот здесь крит хоста, а у того, который 232-й, там хоста и легенд. Ну забей. И там левел выше. Да, но есть еще в Наксе 25-ки с ласты 226-го уровня щит, вот там крит хоста. Вот он, наверное, самый классный. Почему? Почему вы так решили? МП5 с 232-го биса. Причем по-другому? Ну я не знаю, там нужен это МП5 так сильно, что ли, на 8? Я думаю, нет. Слишком далеко. Какие еще очи вы собираетесь сделать? Не достаю. Кому что надо, не знаю. Аккуратнее с врывом, не страшно. Мобы станет танков и теряется все агро. Надо подождать. Сейчас. Бойку тут. А, пропал. Все, рубашки, гербы, накидки снимайте. А у тебя есть аддон, да, который смотрит, правильно ли шпорт едет? Да, есть. Победите на атрибутный пинг 4600. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Пока, смотритесь. Завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь.
Блять, хочу хулипала, сука, вот эти три не хочу, блядь. Хилис, блядь. Это я готых выбивать, наверное, буду, да? Ну, вот это вот. Ну, типа, у всех трений шанс выпада там 20% или больше матки, так что. Так что ГГ. Вот это вот мне упало. Вот это говнище с регеном маны. С этого утилопа лет. Да, лет я отдал, а она забила на воу, блядь. Сука. Нормально, почти две, меньше чем 2 секунды, как стоит всю эту сипуху. Он с тотемом вообще 1.8. Долго. На быстрее, ну-ка, да и меньше. Так, ну чё там, кого ждем? Я не было. Так, что там у СВИ за танк, ну-ка. С Мимирона же тапки есть. 10 хм, что ли. Так там бисовые. А это так себе крафтовый. Смотри, какие трини у суслятины. Где все остальные четыре? Чё? У тебя символ на тотем стоит? Этот регена хп? Нет. А ну, давай я, короче, буду тогда на крест ставить, а ты на реген. Мне исцеляющего потока? Имеешь в виду? Да. У нас один пал, поэтому реген нужен. Я уже понял. Да, на 16 гс больше. Ну, РП всегда лучше. Казнами же нельзя, да, одевать на посланника? Нет. А, можно. Знамя можно. Можно? Да. Тогда я знамя буду одевать. Чарка на дух, на штанах, Борис. Мы начинали, понял, нет? Сейчас я посмотрю. Ну-ка, Вары, напишите АРП свое и силу атаки.
поэтому. Ну, Ринслера получше. Валера, а есть что-то другое? У Ринслера, кстати, больше ДПС должен быть, потому что у него прок есть. У него будет хардкап. Валера, а тут? Алло, алло, меня слышно? А, да. Где Нарексис? АФКшит. Там меня просто... Вот это вот, она стрэша с Узнигер. Так его нельзя, типа, да? Почему? Можно. Можно. А разве вот этот бритва, разве она не падает из Ульдуара? Можно, какая можно. Можно, можно, можно любой 232 шмот сюда. Это на ИВК нельзя, там то, что позже обнова. Тут можно, если 232, значит можно. Там поебать, хоть с катаклизмом. У меня пинг у меня 500. Придется тебя заменить. Да, блин. А 500 это еще нормально. Ну уже 472 вот. Ну тогда вообще можно начинать. Мне сразу видно, у меня задержка какая-то, блин. Вроде падает. Ладно, заходите, залимся. Рыбу все похавали. Класки пьем и чекнику. Первый айс-фриз. Так, вот второй. Кто на этих будет на созвездиях пробивать? Желательно РДД. Давайте это будет делать ЛРА. Ты тут? Он справится. Там второй, Вова, давай тоже ШП это самое. Дальше. Слитки на интеллект. Еще плюс, вот, Вова, давай тоже дотки навешивай, дальше босса играешь. Там звезды, о, ну какая-нибудь метка будет на этих звездах, от них отходить. Так, мы посчитаем, я на ДК, ты на Мишку. Геру я дам. И чек на пул. Чего там? Рассоситесь, да, рейндж, наберите между друг другом. Наоборот, присоситесь, я цепухой буду вас хилить. И потом все в каре такие. На каре, главное, не улетите. Ну все, начинай. Все тут. Ваши действия нелогичны. У нас один БР, и он на танке. Угу. Так не духните, блин. Вот, правильно. На мир моими глазами. Зрите необъятную вселенную. Еще гимн на ХП там. По команде там или критической ситуации. Вера, мы поехали. Эконом мана. Че же 70%? Через рыб бейте, пристыкаю на танке. Если так долго звезды будете бить, мы не убьем. Так я что говорю, Вова, тоже подбивай. Следующую метку. Карамелики. Ох, как плохо сейчас было. Эй, не надо разбивать только. Ты чё, с ума сошёл?
Все, Василий, заходи. Кара, 10 секунд. Кара, кара, кара. Суровое внимание. Приготовились, заходим, шипы остаются. Все пружины. Кара. Мой дохилим. Ставьте там. Трофи на гимна футка. Ой, на ману. Забирайте, забирайте созвездие, убьют. Идите на хп. Бары обновите. Бля, я завис. Развисай. Бары на хп. Все, развис. Звездочка, будьте дальше. Кому мана тебе быстрее не нужна? Скарака. Помните шаман? Мне не надо, заливай или жри сюда. Тебе залил. Да. Следующую, следующую. Ну чё звезды там? Вон бегает, без метки. В метки ставь. Сейчас чё зарёт. Блядь, ну чё? Захиливайте. Сука, не успел. Чё, заложимся? А, блядь, шипы, вы чё творите, а? Скажите мне. Короче, поставь подбивать на рексис... А, нет, блядь. Короче, шипы, я вам объясню просто на словах. Значит, звезды... Какого, не милите? Звезды разбиваться должны с периодичностью 10 секунд. Если вы их разбиваете дольше, вы их разбиваете 15-20. То мы не убьем, блядь. Они должны зергаться. Не биться одним человеком, а зергаться. ШП навешивает боты сначала, это уже сколько времени пройдет. А потом. Я поэтому и говорю, два ШП должны бить, или кто-то должен помогать из фуриков. Смотрите, вешаешь палец, один ШП вешает, второй ШП вешает палец, и оба бьют пыткой, и звезда умирает секунд за 10. Только не бейте разные звезды, пожалуйста, вы хлопайте по две звезды. Я из-за этого метку. Мы упали. Я ставил метку звезду, не знаю, кто там бьет другое, я ставлю метку звезду и бью ту звезду. Бейте тоже остальные метку. Короче, звездочку. Быстрее 10 секунд должны зергаться звезды. Если вы помогать не будете тому, кто метки ставит сейчас, то мы, блядь, здесь не убьем просто этого босса, блядь. Они должны зергаться, а не биться, блядь, по полчаса, блядь. Поймите это, блядь, это в тактике так. Это самое, ШП, где у вас взрыв разум? Да, да, действительно, забыл за него, извини. Ты еще очень, ты очень много оверхилишь, слышишь, анимал? Ты не хиль так? Тут же не надо, как в целка, там, как это цепухи кастить. Ману быстро просаживаешь. Короче, смотрите, а ДПСа мало, кстати, у нас очень мало. Мы, скорее всего, в Берсу. ДПСа очень мало. Есть предложение в ДД кого-то спекнуть. Два хила, что ли? Кого? Я обычно демоном просто был, РДДшки от этого сильно больше ДПСили. Ну 3к у ШП это просто пиздец. Не знаю, хватит нам ДПС или нет. По-моему, чё, давайте быстрее бафайтесь. Хоть это читайте там, что взрыв разума дает расход. Вы по КД должны в этом гире давать её. Ну взрыв, я не вижу. Ну чё, а есть что-то? Что-то есть?
Короче, смотрите, я про звезды сказал, будете медленно бить, мы здесь вы его убьем. Что себе какое подходить-то? Ну если кого-то там можете заменить, я на локо могу сойти, не знаю. Ты не видишь, порой две звезды взрываем одновременно. Не надо так делать. Лапу дай вот. Начинаем. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Звезды помогут. Все, стать метки. Натяжные отходите. Карта. Босса тоже не забывайте доты. Сразу бьет. Сейчас лопнет скоро. Звезда, почему нет метки? Вон там нет, не это, там сейчас умрет старая. Еще первую не добили. Здорово, внимание. Заходим. Взрывается звезда, да. Осторожно. Захиливай. Не завижу. Вставай. Ой, ты упал. Нету. Ложимся. Я делаю то, что должен. Ну и как это объяснить? Жизнь не может быть. Давай менять все, короче. Хризи, будешь чисто на звездах, а все остальные на боссе. Помогать Хризи будет... Кто будет, блять? Да никто не будет, нахуй. Будешь соло бить звезды. Потому что ШП не справляются, нахуй. Если вы в босса сейчас меньше 3к будете давать, то можно расходиться. Ну да. Он будет если раз. Да нет, там нормально миликом можно подпевать. Там если еще кто-то дотку кинет, то отбегать можно всегда в конце. Никто не зайдет во тьму, там отпрыгиваешь во время взрыва и все, блядь. Отпрыгивай просто заранее, там на 10% и все. Ты чё, мувики мои не смотрел, блядь? Давайте так, а то ШП это хуйня полная, блядь. Посмотри, сколько она била, и потом смотри. Милики вообще не били звезды, как ты говорил. Никто вообще не бил. Посмотри, сколько второй ШП набил. Звезды. Меняйте его. Я фактически там один бил, блядь. Звезды. Посмотри. Да. Кто чё бил? Бери Суслятинку, если он онлайн, вместо Трофина. Суслятинка там. Как бы онлайн, Фризи, если чё. А, нахуй, это же Асфриз. Сука. Там этот, Пейпер говорил, если мы ему ВКонтакте напишем, он зайдёт хилить. Понял, холипалка. Кто? А, Пейпер. Ну и чё, два холипала. Пейпер вон у Канобу в рейде. Трофина, играешь по боссу, и даёшь больше 3к, или это пиздец? Окей. В шары, я смотрю, ты хуёво помогал, что-то 120. Ну хуй знаю, ну помогал, блядь, но всё равно это долго. Смотрите, на первом этим появляется 4 звезды. Вот вы их должны успеть слить до того, как появятся следующие 4. И желательно слить ещё одну из этих 4 вот следующей до захода во тьму. Да не желательно, вот так надо делать. Нужно. Прям обязательно это надо сделать.
Они появились, сразу слили. Блять, они сливаться меньше 10 секунд должны. Иначе. Вот сейчас появились вторая волна этих звезд. Вы первую одну там не добили и начали бить новую, которая из новой волны. Последовательно, одна за другой кризи. Ты это должен понять, надеюсь. Это должен понять. Бах мне лапу сразу. Еще давайте бахнем. Нету свитков на интеллект, не помню. То есть я сейчас звезды вообще не бью? Нет, чисто в босса играем. Все тут, рейндж, по местам. Так, ну что там? Секунд 20. Сейчас, мало. Набор стул, потом появляются звезды, кара. Все, начинай. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Можешь поставить тотем с элементалем огня? Угу. На прошлый стыд. Он другую ебашит. Беда с вами просто. Сейчас две звезды будут, захиливай хорошо. Стоило ран стоп, не дамаг. Другую давайте уже бейте. Не смотрите. Кризи, захиливаем. Босса, блядь. Только звезды, тебе что, не ясно сказал? Все нормально он делает. Вон там, они сейчас убьют третью, последнюю. Кара. Босса ты бьешь, когда звезд вообще нет. Забирайте с шамана эти. Кара, внимание. Бизон. Дальше звезды. Суров 5 секунд. К дырке подошли все с другой стороны. ШП к дырке. ШП остаются. А, да, ШП остаются. Сейчас выйдем, хлопнут две звезды. Смотрите, выйдем, хлопнут две звезды. Как то он? Как ШП умер, нет? Не знаю, не зашел, наверное. Может, рано зашел. Бейте, БР есть. Ты будешь опыта. Последний шанс, нахуй, я хуй знает, трофей надо взять. Звезда взрывается, закидывает. Взрывается, стоять на. Сразу следующий бей. Бейте через взрыв. Через взрыв бейте. После взрыва. Были зоны, были зоны. Она не регенится. Кара. Вставай. Вставай. Ну. Дайте-ка. Бабка. Забирайте эти все звезды. Ради созвездия Саршамы, ради бога, они меня убьют сейчас. Кара. Я встану. Женщин. Надо менять нахуй что-то, блядь. Где там еще люди есть какие-то, блядь? Жизнь не может жить вечно, и
Вон фибрилляцию бери, пизду, блин. Я до ХБ только. ШП заходит. У меня прыг есть. Вот, вот теперь она пускай бьет метки Элоран и тоже бьет, блядь. И пусть бьют быстрее. Я, блядь, по-русски говорю, их зергать надо, нахуй, а не гладить. Посмотрите видео, как делается, блядь, достижение. Только по одной, не сразу все. Ну это понятно. Не, ну фурс. Может быть время на захил. Еще смотрите, там. И если, ну я не знаю, сможете вы так делать или нет, но там вот эти созвездия выходят, они обычно на хилов всегда идут. Вот следите, чтобы там не пришлось подкаст созвездия, взрыв этой самой. Потому что они кастуют где-то по 7к. Да, там, наверное, надо было выйти, присумонить. Сейчас я выйду. Вы вышли. Сейчас, все понял. Давайте 40 минут осталось. Сколько там еще минут 40 осталось? Какая-то большая потеря, блять, ДПС. 42 минуты еще. Просто это ответственная хуйня, бить эти звезды. Их бить надо именно так. Быстро, зерно. Ну смотри, Валера стримит. Если к этому ответственно не подходить, то можно здесь, ну просто... разойтись, блин. Это то же самое, как танчить и хилить. Это очень важно. Если этого не делать, блин, тут нехуй делать на этой ачиве, блядь. Эти звезды не просто так появляются, чтобы, блядь, смотреть на них. Ты кинь еще шпешек в разные пати, чтобы захиливали. Да. Сбита на этот ссылка, чёрт. Я думал, у вас уже тот статик наученных людей. Нет, просто слабенький приз. Ну, можно сказать, что статик тут человек 5-6, которые сейчас в рейде, они когда на неё обходят. Чё там, где она? В РК заходит? Давайте быстрее убивать, да ДФБ бить. А нет, уже в РК не. А шо, на льду дальше не пойдем? Погоди, зачем вы бахаете? Едьте вот. Все, он такой, сейчас бахнет. Ну, что-то подзависло, релогался. Вы в инст зашли уже все, да? Сейчас. Да. Блять, лука нет, это хуёво, конечно. Что под пацаны, все, и на хила. И шмот хиловский. В смысле? А ДДшного нету, что ли? Ну не знаю, смотри, там, ну типа с духом все. А, ну хуй знает. Там это, там такой как бы больше никак не собрать. Это не знаю, мы же на лодке вообще, не знаю. И смотри, да. На бонус, Вуди, смотри на бонус какой дает. Какой бонус? У нехиловской. Это ДДшный сет. Не, я не про сет, я про то, что кольца там с духом. Это типа ботинки с духом, шея с духом, наручи с духом, жезл с духом. Я думаю, это нормально. Что вместо духа там можно собрать всякую хосту криты. Я пока что не могу это использовать. Да не, я ничего не говорю про ДПС, ну так. О. Сегодня бежит.
Отправим лапу сразу. Я чекнуху. Каст еще половину дай. Чувство мина нормально? Нет? Дайте нормально. Чувство 165, что это за хуйня? Блин, колонны меня смотрят. Ну да. Так, Аня, смотри, ты на звездах разбиваешь его раньше, чтобы босса играть. Ну там доту повешаешь. Че, не бить звезды или че? Да помогай, блять, она ну не справится одна. Блять, там мы вдвоем не справимся. Сейчас увидим, как она будет. Хуй знает, блядь. Когда разойдемся нахуй. Алло, алло, слышно? Да, да. Что? Да, да. Все, все готовы, начинаем. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Когда он получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Давай. Аня, ассист отдам. Так, нет. Кара. Взрывается. Опахите хорошо. Ну, созвездие. Кара, кара, не видит. Подходим, подходим, подходим. Кал, последний дырку. Дырку, последний дырку. Блядь! Побежали, кого быстрее. Если такая фигня, то ты последним заходишь. Ложимся. Короче, сука, долго бьете. Ну сейчас да свайп не за это. Да нормально они бьют, просто не заводили. Смотри, Калк, если на тебе висит созвездие, ты ждешь, пока все заведут. Ну, две, не две, все стояли в этом. Ну, бля. Там поебать, сколько дырок надо завести сразу. Заводится сразу, разбивается сразу, здесь все быстро делается, это будет динамично, здесь не надо дрочить стоять. Ты вот, кстати, не заводил нифига, ты там бил, да, бегал созвездие. Ну, типа, ты лучше заведи. Там, когда они появляются, сразу начинаешь заводить. До того, как я начинаю заводить, блядь, когда второй раз... Ты должен успеть хотя бы одно завести, прежде чем сменишь ДК. Вы падаете, блядь. Один, второй, третий, блядь. На суровом, на всех мне. Просто если видишь звезда вот эта на тебя идет, то там холипал. Если она тебя так бьет, она не убьет. Если видишь каст начинает, да и стан в каст, и все будет заебись. Стан сало, вот и все. Ну это два варианта. Понятно, что ты не умрешь, но здесь не остается танк на ДФБ. Потом у тебя прожима не будет, взрыв звезды будет, рейд просядет нахуй, ты сдохнешь. Хватает хп, просто здесь прожимки отдаются именно на босса танками в нашем шмоте. Это в 277-м ты можешь вообще не отдавать ничего. Заходите за линию сразу.
кто-то из вас скиньте макрос на метку, поставьте макрос на метку на единичку, пальпаться, скиньте в РК. Ассист есть. Тыкай макрос. Да, у нее есть, я уверен. Я не знаю. Он, ну сейчас же ставил метки кто-то. Кто сейчас ставил метки? Она же, наверное. Варан ставил. Просто долго все это. Ну, давайте 300 баллов, 300 баллов, лапу. Все тут уже. Да, сейчас герой, у меня 30 секунд еще. Угу. Все, все готовы, в принципе. Начинаем. Схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от избирателя в любом случае. Сейчас звезды появятся. Звезды. Все, ставьте метки, бейте. Кара, секунда. Да, не шп там какой-то. Захиливаем. 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 Да. Захиливаем. Забирайте живой со звездой. Накалки. Кара. Кинь орехи накалка, а я буду на танк вышить. Угу. Бейте, бейте дальше. Сурово, сурово внимание. Заходим. Все, никто не умер, бьем дальше. Разбивайте дальше. Взрывается. Две взрываются, две взрываются. Блядь, ну чё? Ну я поставил метку, а сорвали другую. Так что я могу сделать? В ком проблема? Ну, сейчас просто две звезды одновременно убили. Метка бьет другую звезду. Ну да, да, извините. Еще смотрите, шипашки, там, если вы видели, что кого-то сильно просадило, щиток у него давайте, там, в хилов особенно. Хуй знает, блядь, вы соберетесь или нет, я хуй пойми, блядь. Че у вас за хуйня? Вроде уже настроение испорчено, уже чувствуется. Да, не, я не понимаю, ну как так? Вы вроде... Умные люди сидите, или что у вас, блядь, я не знаю, хуй пойми, вот как вас, блядь, оскорбить? Да не надо оскорблять. Заходите на мой канал, смотрите видео, там, 7 минут, это, с музычкой, все весело, блядь, там показано, как на Алголоне, блядь, ставятся метки, бьются звезды, они бьются быстро, блядь, ставится одна за другой, бьется, а не одна поставилась, 5 секунд поставил, в небо посмотрел, звезду поставил, метку, блядь, начал бить, нахуй, второй шип уже... Да нет, били-то нормально. Сука, одну добили, блядь, сразу ставьте метку на следующую. Как нормально, если две взрываются, блядь? Значит, их еще быстрее надо бить. Их надо зергать, блядь, за 5 секунд, сука. Так вы будете по одной взрывать, а не по 10 тысяч штук звезд сразу. Норм бились, две звезды взорвалось. А как, блядь, это будет? Блин, у меня в этом сети регена маны больше, чем в моем этом бисовом сети. Вот так. Пальпация, я не знаю, играй по звездам сильно, чтобы они взрывались. Одна взорвалась, следующая взорвалась. Смотришь, куда он ставит метку. Или если он медленно метку ставит, 10 секунд, блядь, в небо смотрит, так ты бери, ставь метку. Какой ассист у нее есть. Стоит. Дайте ей макрос, у нее макроса нету. Хуйня какая-то происходит, блядь.
Это быстро. Пускай Лорен ставит, все нормально же. Просто бей ту, на которой метка Лорена, и все. Я не знаю, ждать, пока он будет ставить метку, блять, можно сдохнуть там. Там смотри, как одна звезда уже там умирает, можешь уже сразу переставлять метку на следующую. Ну, типа того. Короче, ставь быстро. Ставь на единичку этот макрос, блядь, и быстро это делай. Не будет проблем никаких. Поставил, все, бьют. Дайте руку. А то с такой скоростью, блядь, в таком бою нам тут просто нехуй делать. Чинитесь, у Джесса сейчас попадет. Поставил рыбу. 10 секунд, Джесс еще. У нас полчаса осталось. У всех папа есть. Давайте чек. Вешай накалка, щиты. Все готовы. А я потом повешу. Все готовы, начинаем. Покидаем уже, сейчас появится в жизни. Войдите, войдите. Кара. Ну ты же видишь, да? Он подержит, ничего страшного. Сейчас зарется. Дыр, разбивайте быстрее, разбивайте быстрее. Заходим. Разбили быстрее. Забирайте созвездие. Следующий, давайте. ДПС-ти сильнее. Заводите созвездие, стоит. Кара, книжка. Ставлю тотем. Инер кому дать, скажите пока. Тебе дам. Здесь ПД давай. Поставьте метки. Быстрее, звезду не останавливайся, пока рано еще. Кара, уйди, кара. Ты поставил звезду на фуловую метку, там у другой звезды. Там умирает пацан. Звезда, зачем вы бьете фуловую? Разорвется. Блять, захиливайте быстрее. Вторая взрывается. Хильте. Ставьте пока метку. Сука, я за вас беспокоюсь, нахуй, нихуя не делаю. Кара, велик. Быстро в дыры зашли. О, отлично. Спасительный. Не уроните его, блядь. Сука, блядь. Не забивайся, дает мне суровый. Сейчас заберу. Кара. Сейчас взорвется еще. Блядь.
Есть БР, бей, чувак. Есть, давай. Два хила хили. Не могу. Хильтесь, сука, не уроните. Короче, будет. Давайте full ДД в босса, full ДД в босса, иначе не убьем. Звезды прекращайте. Все, падайте. Короче, все то же самое, только вот калк бы не упал. По звездам опять в небо смотрите, нахуй. Ну, блядь. Ресайтесь, бегите быстрее. Встали спиной к боссу. Не может быть вечной. Нормально бьете в этот раз. Это самое, что хотел сказать-то. 30% подходит. После второго. Это второй был суровый. После второго суровый. Или третий это был. После этой хуйни, перед следующим суровым, начинаем зергать босса. 30-35%. На 20 фазы исчезают все, блядь, трэш исчезает. Живое созвездие, звезды, все исчезает. Появляются 4 дырки, блядь. До 20% нам надо дожить, потом зергается босс. На это тоже обращайте внимание. Два суровых, по-моему, надо переводить, нет? Не знаю, 2-3 там. Я не знаю, какой, 5 или 4 он вот шел. По-моему, в 2 мы переводим всегда. То есть после второго сурового вы уже не бьете звезды и не играете. Босса переводим до 20%. Третий уже меньше 20 дней. А, ну да, вот, значит, в 2 надо переводить, все правильно. С тремя хилами, да. Кара к звездам никакое отношение не имеет. Ты отошел на 15 метров, по тебе 1000 прилетело, по 2000 урона, блядь. Не надо про какую кару ничего говорить, люди сами отходят. По звездам шипы, блядь, опять уснули. У вас одна звезда, блядь, 5%. Вы тоже смотрите, блядь, глаза раскройте пошире. Вы пришли сюда быстро сделать все за 5 минут, а не сидеть тут час и слушать, блядь, что я вам говорю. Делайте нормально. Одна звезда 5%, вы ставите метку Элоран на фуловую звезду и ее хуярите. Зачем? Последовательно одну за другой бьете, зергаете, не останавливаете эту хуйню. Короче, вешай на танков щиток, а я на калка буду. Я говорю, повнимательнее, блядь, соберитесь. Или нам тут просто делать нехуй, блядь, это не наш уровень. Или вы делаете все красиво, блядь, и будете потом радоваться, блядь, и видео смотреть, Войда на канале, блядь, лайки ставить. Или, блядь, нам тут делать нехуй просто, и вы будете расстроены и опечалены, блядь. Хорошо, что еще ГП за эту хуйню не дают. Быстрее бегите там. Да нет, это не надо думать о том, чтобы не взорвать звезду вместе с Карой, потому что Кара ничего не бьет. Не обращайте внимания на вот эту всю хуйню, не хватит линковать, блядь, сосредоточьтесь на бою, блядь, вы знаете, что вам делать надо. У нас 20 минут осталось, нахуй, это 2-3 трая от силы. Пристабав. Нет, 3 трая. Ну и пристабав. Есть? Чекай, прыгай. Все готовы. Пиши щитки на танк. Чё? Чё стоим тут? Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Куда я, Коля? Ты не сердился. Щит повис. Thank you.
всего 5 секунд. Дырки подошли, одна дыра. Быстро в дыру. Входим. Читы на танке. Заводите созвездие, стреляйте. Дырка взрывается, захиливаем. Следующим звездам играете. 400 как. Забирай. Ты где там? Блять, да ну нахуй, ну что с тобой? Ну, блять, одного танка не убить. Нет, ложимся. Чё ты там, ЛПшки не давал или что? Я в коте был вообще. Как надо забрать? Пиздец. Ну, эти два трая еще есть. Сейчас все нормально было. Почти. Я пока не могу использовать эту способность. Когда время кончится, он 700 тысяч по инсту кастанет взрыв. Давай. Чё у тебя за шум такой там? На хп на апку уже не забывайте. Сейчас все готовы. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя о людях в случае. Все можно стрелять? Бить. Кара, 2 секунды. Она кара, что делается, запиливаем. Щиты обновили, не забывай.
взрывается. Скарб. Зайди в дорогу осторожно. Ой, 4 минуты. Щиты. Или идите к дырам. Дорога 5 секунд. Раз, два, три, заходим. Щиты обнови. Взрывается за 4 минуты. Щиты обнови. Мой дохилим. Бля. Ужимся. Да не, можем два успеть дать. Да нихуя, блядь. А как он умер, блядь? Цурово. А почему, блядь? Ты ДБМ смотришь или у тебя без ДБМ, а Вов, я не знаю, блядь. Взорвалась звезда. Ну хуй знает. Ну блять, еще есть чарж в союзника. Ну что ты? Вар. Ебать. Инженерию, блять, ставь вместо какой-то профессии своей. Тапки себе чарь. Летит. Ты, блять, не улетает здесь. Хуй знает, ну что ли. Не знаю, блядь. Не должны вроде там маунты, нельзя наезжать. Ты только, если не убьем, не охуйся. Это я войду. А то он любит это 4, от злости. Идем дальше, побьем босса. Вроде все скиллованные собрать, что-то нихуя не можем брать. Танка не уронить, блядь. Смотрите, какие бы тут ни были танки, блядь, скиллованные. Тут убивают всех. На фул хп держите. Танк рейд. Взорвался рейд, блядь. А потом танк, блядь, прилететь. Это сложный бой, блядь. Не просто, не ППГ какое-то, блядь. Быстрее бегите, у нас 9 минут, блять, это один трайк. Все, давай лапу. Thank you.
Все готовы, давайте по местам. Запускай. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Ставь эту голему. Взрывается за Хириан. Взрывается. Взрывается. Щиты обновлены. Стоп, не хилить. Сейчас что-то мало. Зергать и босса 20%. Все прожимы отдавайте. Все прожимы, всю хуйню. Или не убьем, блядь. Зергать всех убитых боссов. Мамочки, там пейте. Да забей, не заводи. Забери их на себя, эти созвездия, и просто бей босса. Хоть забирай босс. Забрал. Там в мелизоне звезда сейчас рванет, отойдите. Готовьте за хили. Можно ее добить. В мелизоне отошли карту. Да ее бьется этот колен. Захиливайте сейчас. Может еще одна взорвется. 8% бей. Full DD. Центр босса встав. Я тоже побью. 2% фаза сейчас еще исчезнет. Карамель. Карамель зона отошли. Вот все. Full DD босс. Ебать, не обосритесь. Халк ману регенит. Шаманы хильте. Ставьте тотемы все, гим на ману, блядь. Забирай босса. А, заходим, заходим. 4 дыры заходим.
сука. Тончайший. Сейчас я поднимаю. Поднимаю. Вставай. Ага, Фир, вот этот. Каску я ему скажу. Все, бейте фу БД. Еще минуту. Каску этому пришлю, дайте. Нет, мама, дайте каску. Все, убери, изи. Их че ешь? За три минуты, блядь, до взрыва всего инста, блядь. Да там 2 минуты уже оставалось. Да. Я видел мир. Можешь ждать диван. Там. Тогда кроме Валера. Свидетелем того, как. Валера. Что? Как давно ты ждал этого? Да. Спасибо, что взяли меня в рейд. Помучили часок, конечно, меня, но ничего страшного. Пизжением будет до ВРК, да? Ничего. 6к ДПС, а нормально. Неужели все они были подобны вам? Да, 6к это круто. Но тут не лирейт такой. Ну так и истерия, конечно же, она штащит. А чё у тебя? Через рапчу, да? Вот, да все нормальные руки так через рапчу. Всегда, у меня и так билд через рапчу всегда был. Я не играл. Просто я символ сейчас на рапчу поставил на алгалоне. Ну потому что в один таргет играть все равно. Это профитнее. Как думаешь, мне стоит попробовать на роге через рапчу поиграть? Стоит, Войд. Ну, через рапчу он больше дамажит в один таргет. У меня нет сил. Он вроде только в один и дамажит, блять. Поторопитесь. Ну там в РС этот самый энергии. Ищите в небесах. Вон, Валера, объясни этому Вуди, что. Пуху тяжелую, долгую, типа, нельзя брать в левую руку, потому что там энергия резается. Да, это я понимаю, что нельзя, я говорю, ее меняешь на веер. Поменял на веер, после веера сразу опять сменил на быструю, господи. Так ты шаришь, что когда ты веер даешь, у тебя рога... Я знаю. Да, я это понимаю, я все посчитал, я посчитал, сколько у тебя будет дополнительных вееров с того, что у тебя нарезается эта энергия. Ну не знаю. Да, там такой. Получилось все равно больше. По кольцо возьму. А зачем перед веером? Так там же кинжалами больше ДПС наносится, по-моему. Чего кинжалами? Не, веер там. Ну смотри, там бьет. Там веер, когда ты юзаешь, на каждую цель проходит 2 удара. Одна от одной руки и одна от другой. Вот. Но. Чем у тебя там более медленное оружие, тем сильнее этот урон. Вот. Так, и что? Если ты чаришь на медленную пушку этот быстродействующий яд, и при юзе веера ее сменяешь, то у тебя там сильно больше ДПС из веера. Там, вот. Закидывай.